Сегодня им угощения еще не давал никаких. Надо ждать детей. Я им петрушку купил. Не надо петрушку покупать. Не, я купил себе, но готовлю гостить. Но себе это другой разговор. Я у тетеньки попросил 100 грамм, а 100 грамм это оказывается так много. Я не успею съесть, она сгниет. Идем.